И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знает седая ночь здесь все мои тайны. Это сейчас была на самом деле капча. Капча канала по проверке того, готовы ли вы к просмотру, собственно, таких серий, как именно эта. Она будет такая же, как предыдущая, даже, возможно, в два раза похуже. Потому что записываю я их подряд, значит, я все так же весел, мне все так же хорошо. А, собственно говоря, кофе в моих руках, вот, в организме тоже есть кофе. Поэтому я, значит, ну, возбужден чуть-чуть и готов именно играть в сталкер весело, что не всем подходит. Поэтому здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найт Гвард, это, ребят, собственно, новая серия модификации The Exception. Мы, значит, собрали с пожитков, с трупов свободы информацию, забрали, значит, минодетекторы, залезли в прекрасную, красивую базу, узнали о том, что, значит, у нас нету паролей нужных, потому что только кусок паролей был, узнали про бандитов, а они точно тоже узнали про пароли, оказалось, что они были не у них, а где-то там, значит, в катакомбах, которые находятся под территорией промзоны. А вот мы здесь, это вход, значит, в промзону, в ее катакомбы, куда сейчас мы как раз таки полезем, чтобы найти вторую часть пароля. Это если вкратце, выигрался максимально быстро, чтобы всем все было понятно. Из важных событий из прошлой серии мы нашли самый сильный детектор в игре. Теперь мы лутаем, собственно, кольца всевластия повсюду. У нас теперь такие артефакты, что, мне кажется, даже стрелку не снилось в его самые худшие, собственно говоря, годы, когда он валялся у деда, значит, в припадках, ему там снились страшные сны. Вот даже тогда, когда он был зеленый, такие арты ему не снились. Все, значит, поехали. Лайкосики прожали, комментарии написали. Там это подписки, дизлайки, лайки, колокольчики прожали и, собственно, погнали. Так. Что у нас здесь? Я слышал звук, значит, снорков. И у нас под нами находится гипер-арт очередной, который мы сейчас будем трогать и, собственно говоря, от него получать какие-то, не знаю, бонусы и дивиденды. Возможно, очень даже неплохие. Кстати говоря, а не факт, что он находится именно снизу, может, он находится сверху. Такое тоже вполне может быть. Пойдемте-ка погуляем здесь немножечко по территориям. Вроде какие-то аномальки здесь висят своими прекрасными щупальцами. Поэтому, в принципе, он может быть и не в катакомбах, а, знаете ли, на крышах. Это тоже такая практика, распространенная для разработчиков сталкера. Они такие вещи любят делать. Поэтому сейчас мы аккуратненько глянем. А, ну вот, видите, я прочувствовал. Просто экстрасенсирую. Он прям даже левитирует. Что это за значок радиации? Так, это прям именно большой арт тот самый был. Какие его бонусы? Уже, знаете, как это, как в кейсы играю. Просто каждая серия, типа, давай посмотрим, что же у нас будет за новые артефакты, какие у него бонусы. Так, это артефакт Листопад. Рад защита 40%, максимальный вес плюс 10%. Ну, собственно говоря, здравствуйте. Значит, самый старый артефакт на минус радиацию. Снимаем огненный шар и лупим именно этот, получая плюс вес и радейку. Все. А, у него, подожди, у него именно рад защита. Он радиацию не сосет. Это разные статы. Блин, ну ладно. Нам пока хватает, как бы, сосания. У нас там вроде какой-то арт на отсос есть, да, какой-то был. Сейчас скажем, тут радиация. Плюс вот, у нас есть морской ежик, он пока справляется с задачами, собственно, отвода радиации. Ночная звезда, херня, кстати, ночная звезда, чем бы ее заменить? Термо плюс разрыв. Давайте-ка мы, наверное, эту ночную звезду снимем и повесим сюда себе какого-нибудь прекрасного ерша. Что-нибудь типа такого. Так, ладно, вот теперь точно надо лезть. Я не хотел. Теперь мы точно лезем, как говорится, вниз в подземелье. Катакомбы данной локации прекрасной. Ля, здесь все закрыли прям. Бетончиком залили. И что, даже перехода в локацию не будет? Сразу попадаешь в какую-то лабораторию? Блин, у меня единственная проблема, я в этих лабораториях часто теряюсь. Особенно в новых Черт, тут полно аномалий, придется прыгать. Надеюсь, здесь еще есть другой выход. Во, как разработчики интересно сделали. Здесь нужно прыгать в центр. А там, видимо, находится какая-то аномалия телепортационная. Погодите. Но мы тоже, ребята, не тупые. Мы сейчас для начала осмотримся. Так, у нас здесь непрогруженная синяя текстура, закрывающая проход дальше в лабораторию. Как интересно, значит, здесь все сделано. Блин, ну пошли прыгать, видимо. Я так понимаю, арт находится где-то снизу, потому что здесь его нет, он не подсвечивается.
Иначе мы бы его уже заметили, правильно? Блин, ну, если сказали прыгать, значит надо прыгать, правильно? Прям в центр, аккуратненько. Или что, или как? Или надо прыгать по перилкам? Ну, типа, по уровням. Тут просто неясно, как бы. Я могу и посигануть прям вниз, это не сильно-то проблема. Но, наверное, хочется не разбиться. Потому что штуку с пространственной аномалией придумал я себе сам в голове. То есть, как бы, тут ее, возможно, и нету. Имейте это в виду. Ящички все пустые, не открываются. Какой-то химраздел. А мы куда идем? Ага, мы спускаемся еще ниже в задницу. Блин, там еще было примерно 500 поворотов. Как найти здесь этот труп нужный? Вроде какого-то вояки посыльного, да, у которого были данные, значит, про вторую часть пароля. Дверь нерабочая. Ясно. Ну, вот это пока самое худшее, что есть в этой модификации конкретно. То, что локационный пак не этого разработчика. Ты попадаешь в такие места, и тебе хочется их осматривать. И бывает, что в них есть какие-то вкусняшки, а бывает, что это место просто осталось в назидание, так сказать, в рассмотрении. Просто с пака смерти вопреки. И вот ты сюда сходил, как говорится, понюхал, типа, да, красиво, и пошел обратно. Это, конечно, грустненько, но как есть, так есть. Зато мы локации осматриваем. Так, ящик. Есть вход, блядь, даже вот здесь, но он перекрыт. Охренеть. Это прям похоже по структуре на метро 2033. Типа, всякие залезания через вентиляции. Что-то в этом такое есть. Но мы спускаемся еще ниже. Я уже вижу, видимо, нужный труп того самого посыльного. А что он здесь сделал в этой жопе? Конечно, хороший вопрос, да? Я еще артефактик слышу, который здесь шипит. Подожди. Неужели он находится тоже в вентиляции? А-а-а, мы же сейчас поднимаем, значит, данные с него, да, с ПДАшки. Да. Узнать код от двери. Это все хорошо, это прекрасно, это мы сейчас узнаем. Теперь нужно искать выход второй. Там же первый закрыт, вроде как. Потому что там находится аномалия сверху. Перекрываешь наше передвижение. Сейчас мы, походу, полезем через вентиляцию, это правда. Ну, давайте попробуем это сделать. Вроде бы это не вселенная чужого, так что не должно быть некроморфа, да? Мы сюда точно влезем, я просто довольно пухленький, как бы... Я люблю покушать, я не буду скрывать, как бы... В кадре сейчас, как бы, вы просто не видите, я кажусь очень мощным, типа, да, вот если так смотреть, сидит, типа, такой хмурый, крутой мужик, как бы, но на самом деле 100 килограмм веса во мне сейчас, 98-500, с моим небольшим ростом, 1,81 м, поэтому я довольно жирненький, могу не влезать в такие пространства, а вы знаете то, что здесь, как бы, прямое пересечение между игрой и жизнью. Так, под нами арт находится, под нами, сейчас проползаем. Он прям падает каждый раз, он булькает, значит, в этой аномалии. У нас просто зона детекции очень большая у Сварога. Что-то метров 15, если не ошибаюсь. Вот он, красавчик. Да, это прям локация по спуску похожа на локацию из метро 2033. По-моему, этот кусок, где мы попадали в локацию перед полисом. Так. Аномалия жаба. Это вроде как супер опять. Это супер артефакт радиации минус 20. Восстановление сил и восстановление здоровья. Япона-кочерыга. Убираем, значит, самый сосальщика нашего. Ставим более крутого сосальщика. Так, ну а это у нас аномалия телепортации. А, как удобно здесь все сделано, слушайте. Так, а погоди. Это я вернулся к трупу, а выйти-то мне как? Там же было сказано про то, что мы сейчас обратно не выйдем. Или выйдем. Вот здесь мне как выходить? Хых. Хых-хых-хых. Подождите. Стоп. Так, секундочку. Во-первых, куда прочесть? Побег. Еле выбрался с этой чертовой станции, сам не пойму, как до сих пор шумит в голове. Главное добраться до технических тоннелей, под промзоны там будет безопасно. Со станции какой-то выбрался, не знаю с какой. Дверь в туннеле заблокирована, можно попробовать зайти в систему и открыть замки. Вот черт, монитор разбит, метание отключено, что же делать? Что это за звуки? Здесь никого быть не должно.
код. Код от двери в бункере под станцией связи 86254. Это все неимоверно круто, но... Нам отсюда как выйти-то? Я что-то не понимаю, как бы. Нас должно было телепортнуть в пространство над аномалией сверху, а не здесь. Здесь вроде бы больше выходов не было. Здесь есть классная, красивая дверь, но она закрытая. Верно? Все верно. И она не функциональна. Ну прикольно, 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 прикольно. И что теперь делать? Не, я, конечно, смогу сделать, наверное, нехорошую вещь, как мне кажется, да? Нехорошую. У нас артефакт есть второй на еще плюс 2 метра прыжка. Я могу сейчас, в принципе, прыгнуть наверх, на похер. Ну, типа, прям залезть туда, в аномальную эту лестницу. Здесь тоже проход у нас, скорее всего, ну, неиграбелен. Он есть, но... Блядь, сюда еще попади залезть в эту дырочку. Не самое простое, я вам скажу, занятие. Он тут падает, тут не, стоят неплотно ящики. Блять. Это вряд ли выход. Хотя, может быть, это он. Ой-ой-ой. Как она сразу-то подсасывает, а? Неприятно. Блин, с перилок, если пропрыгать наверх. А ну, подожди. Блин, да нет, даже если я сейчас вожрусь в артефакт второй, я это не сделаю. И что делать? Так, видимо, у нас сработал какой-то скрипт. После прочтения сообщения сработал какой-то скрипт, видимо. Сейчас, может быть, открылась какая-то новая панель. Там было сказано про то, что какая-то панель сломана, да? На компе что-то там можно вроде было активировать. Может, надо какие-то штуки поискать, типа нажать какую-то кнопку на двери. Там было сказано в сообщении про то, что есть панель управления какой-то дверью. Может быть, это она? Это не она, походу. А какие еще варианты? Проползти куда-то дальше, может быть, можно? То есть этот проход здесь, это что, проход чисто под артефакт, что ли, получается? Типа, ну, арт я забрал, я молодец, а с локации-то выйти как? Нас телепортуют максимум сюда. Ненавижу такие ситуации тупиковые, прям ненавижу, мне не нравится. Давай, что ли, пахнем, потом поедим, потом запьем. Чтоб не было грустно. Но это где труп был, да, туда проходов у нас нету. Нам спать захотелось. Ну, самое время. В лаборатории сейчас немножко продрыхнем. Так сказать, дух переведем. Так, еще у нас здесь. Не ломается. Сход в аномалию и все, да? Здесь наверх у нас прохода нету. Есть спуск, есть химоза. И есть, собственно говоря, телепортующая аномалия. Она одна здесь. И она тебя сюда возвращает. Я в полном недоумении. Па-па-па-па-па-па-па. Причем было сказано еще нашим персонажам, что типа, надеюсь, там есть второй выход в катакомбах. Надеюсь. Блин, братанский, что-то походу наши надежды с тобой сейчас это будут разбиваться грустной реальности. А как, сука, здесь вылезти? Аномалии там целая плеяда, мы там не вылезем точно. Как будто вот здесь, не до конца, да, но там дверь... А, подожди. Да нет, тут мы уже были, тут нихера не было. Но это к этой двери, да. Как будто надо эту дверь открыть каким-то образом и с нее выйти. Вопрос только, каким образом ее открыть, да? Как будто пульт должен быть отдельно, хотя там за ней такие идут просветы, как будто у нас нет локации, в принципе, там, типа, конец локации. Что-то эйфория уперлась, не знаю, лбом во что-то. Так, а что осталось из того, что можно проверить? Значит, мы здесь заворачивали.
Был поворот сюда. А, ну и все, осталось только вот туда залезть еще. В ту аномалию, которая тоже вроде как ваншотает. Епископ. Туда даже залезть не получается. Блять. Там как будто стена невидимая стоит, сука. Которую я не вижу. Что она невидимая, логично. А, подожди. Бля, почти залез. Ща. Да подожди ты. Ну, ради проверки надо это сделать. Да, сука, он не прыгает с приседя. Зараза, здесь прыгнул. Да что ж ты будешь делать-то? 400 попыток уже сделал. Ну все получается. Ну там аномалия прям, да, прям аномалия. Что-то я разбил. Я в 100% ступоре. Вообще идей ноль. Даже если я сейчас схаваю свой второй арт. Охерительно классный и прекрасный. Даже где он? Ну, хотя... Нет, там скрипт ваншот стоит. Ну это ж классика, это реверсивная загадка. Я не разгадал, извините. Видимо, попускать немножко кофе, надо долиться кофеечком. То есть ты спускаешься в тайное подземелье, видишь дверь, очевидно, что это выход для себя. Типа, ты идешь к нему такой, а он херак и не работает. То есть это обманка, понимаете, это реверсивно. Разворачиваешься, видишь второй сегмент света. Уже, так сказать, на выходе отсюда идешь к нему, а это лестница. Выход закрыт плитой, кажется, на нижнем уровне я видел ящик со взрывчаткой. Возможно, там найдется что-нибудь подходящее. Так, а теперь мы идем, значит, за взрывчаткой на нижний уровень. Вот оно как, понимаете, вот оно как. Это реверсивная обманочка. Ну, блин, не просчитал. Извините. Увлекся артефактами, так сказать, мозг был забит другим. Так, еще раз летим, значит, в самый низ. Сейчас, скорее всего, какой-нибудь новый спавн был мутантов, я так подозреваю. Да? Это взрывчатка, это она? О, это она. Обыскал, значит, нашел здесь заряд. Все, пошли взрывать. А, и вот, видимо, поэтому здесь появился кровосос. А то я даже сначала не понял, что он там делает. Кто-то тут у нас здесь вообще взялся. То есть никого не было, закрытая территория, он такой, я просто появляюсь. It's a kind of magic. Мне так захотелось. Я так чувствую. Так, подрываем теперь плиту. Что это за звуки? Я, конечно, все понимаю, мужчина. Но как вы здесь взялись, непонятно. Но взялись и взялись. Не наша проблема. Пошли ставить заряды на плиту. Что ж, да поставить и быстро свалить отсюда. А нет такого, сейчас я поставлю здесь заряд. Если это заряд, которого хватает, чтобы взорвать плиту бетонную, то, скорее всего, он нахуй разворотит по трубе. Пламя пойдет вниз. То есть по трубе оно уже примет форму. Меньшего сопротивления, и оно нахуй сломает весь проход. Или об этом разработчик не думал? Видимо, нет. Ёб твою мать. Ну ладно, это уже доёб до физики. В сталкере физика, тут персонаж прыгает на метров 700. О чём вообще речь? А, ну и все. Теперь мы идем обратно на базу для того, чтобы открыть по паролю мега-вход в мега-завод. Я правильно понимаю? Ну, кстати, в этой катакомбе, в которой мы сейчас были, мне кажется, мы нашли не все артефакты, которые я видел здесь, в подземельном пространстве. Как будто здесь вот этих вот подземных заходов, вот таких вот через канализацию, ну, парочку штук на локации. Если хорошечно поискать, то можно найти их все и стать, собственно, королем подземелий. Блин, мне бы сейчас как-то, минуя этот прекрасный вертоплет, залить... Не в аномалию залететь? А ну подожди. Че я ерепенюсь, когда можно вот так сделать? Просто подрубаешь себе силу Хэнкока, когда тебе надо. И все. И не паришься. И выходишь. Единственное, быстро утомляясь, спать хочется. Так, ну и теперь охуенный забег на 7000 километров. Тут, кстати, еще арты обновились у нас в этих местах. Можно пособирать.
А, это которая, это аномалия, которая ваншотает. Нет, это не прикольная аномалия. И там маленький арт. Не, не хочу, не хочу. Хотя, блин, под этим нашим новым артом... А, подожди, она, кажется, не ваншотает. Нет, ваншотает. Пока я разбирался, ваншот или не ваншот, мы все равно сдохли. Поэтому не. Я про то, что можно было, наверное, насыпать артефакт этот охеренный, туда залететь сверху, если у этой аномалии нету верхнего ограничения. А если оно есть, тогда было бы изи. А если нет, тогда было бы не изи. Все просто. Но я думаю, нам и так пока что артов хватает. Это еще и маленький арт, это не уникальный, не жаба, не что-нибудь такое, поэтому... Просто-просто бегим. Тут, кстати, у кого-то пацана вроде было дохера денег, да? Какой-то богатый здесь парнишка был. При деньгах. Поэтому я уже всадил артефакты. Блин, он походу играет на гитаре. Не буду его ждать. Мне лень. Потом распродаемся в другом месте, не проблема. Так, на мины я поснимал, так что сейчас просто заходим. Блин, сейчас, кстати, будет адский долгий забег, скорее всего. Мы сейчас снимаем, получается, данные с этой базы, и потом летим аж к бармену. А это хуй знает где. Я бы сейчас вызвал Яндекс.Такси, если бы можно было это сделать. За любую цену, даже комфорт плюс, насрать. Чтобы столько не бежать. Так, а что у нас там по ПДшке? Что-то там 5-4-3-2-1, да там было? Сейчас, секунду. Я забыл. 8-7-6-2-5-4. 8-7-6-2-5-4. Это Владос, который орал над этими саперами из свободы, сам подрывается в сотый раз. Но с другой стороны, как бы я и не сапер, да? Будем честны. Мы ж не саперы, правильно? Я сталкер. Так что о чем речь? Ну, типа, бегаю, да. Так, 8-7-6-2-5-4. Здравствуйте. О, тут прям пахнет артефактами пиздатыми. Но почему-то их здесь нету. Грустно. Так, ну секция знакомая. Здесь, то есть... Блять, вот это, кстати, проблема этих артефактов на прыжок. Когда нужен микропрыжочек маленький, чтобы залезть на перестрел. Да ну, вы реально, вы, сука, вы даже здесь минировали. Ну, ёб твою мать, я прям вижу, как чел шел, блядь, на карачках, и здесь тоже ставил за растяжку. Ну, что за извращенцы-то ебучие здесь жили? Ну, это просто ужас. Да, я не знаю, это просто... Мне кажется, эти немцы в 45-м были не такими гадкими, как вот эти люди, которые это минировали. Пиздец. На каждом миллиметре надо все, блядь, обезвреживать. Че, ёбнулись, что ли? Сейчас, наверное, еще здесь будет какая-нибудь мина шальная, нельзя тоже бежать, блин. Я бегать люблю. Ну-ка, смотрим. На входе есть какая-нибудь мина сюда вот, в помещение? Я думаю, сейчас, скорее всего, будет. На выходе точно будет. Блять, неужели мины настолько эффективное оружие? Прям, ну, прям нихера себе. Просто оружие массового, блять, поражения людей, блин. Твою налево. Мы справились. По артефактам. Бля, это, кстати, пустая база без артефактов. Мне грустно. Здесь тоже на двери мина? Вроде бы нет. Пиздец, все в минах. Буду прыгать вот так сверху по коробочкам. А, это та самая дырка, которая была в потолке. Можно было сюда сразу зайти в эту точку, если бы мы могли проскочить через артефакты. Ага. Значит, выбрать... Что происходит? Здрасте. Да все, все, вырубайся нахуй. Так, а здесь мина есть? Здесь мины не было. Это подъем наверх туда, в базу. Сейчас смотримся. У нас там были таблы, чтобы спасти свои мозги и не ждать целую вечность. Или, кстати, сейчас можно лечь поспать. Мы же еще и спать хотим. Вроде бы сон лечит тоже псишку неплохо. Посплю прям в бункере посреди мин, там выброс прошел. Да насрать. Так, попить, поесть. Мозг забрать. О, вот и деньги.
То есть документы из секретной лаборатории лежали просто здесь, понимаете? Просто лежали вот снизу, как говорится, на ящичке. Какие-то секретные сверх-мега-ультра-документы. Что у нас здесь лежит? Броня за 3 копейки, пистолет и красный телефон. И это все. Так, а выйти мы... А, можем. Что? Что-то не так, кажется, кто-то есть. А, так это наемники, У нас тут засада, ребята, засада наемников. Которые искали тоже... Это что у него, блядь, за оружие такое? Пиздец, очень громко, ребята, очень громко было. Я поэтому получил какую-то парализацию по звуку. Просто, блядь, на скорости. Хопа, зашел. Где он? Я жду его. Вот твою мать, он там, сука, в приседе идет. Уя себе засады, так сказать, нынче пошли. Подождите. Так, это все, и остался последний. Который контролировал выход, я так понимаю, да? Я его не вижу. Звук есть, типа нету. Что ты будешь делать с ним, а? Все, на реакции, красиво. Но это была хорошая засада, хорошая. А, это у него была ХКшка. Или М4А1, там непонятно, но они похожи. Ядреный. Артем врач. Бля, ты ж клятву давал этому. Как его? Гиппокамфу. И прям ты людей убиваешь. Ну, осуждаем. Так, и видимо у нас здесь все. Надо возвращаться куда? Засаду уничтожить, это я сделал. У нас квест почему-то висит, хотя я вроде бы убил наемников всех. Может, вот какая-то ПДАшка была, которую я не осмотрел. Но вроде бы всех ёбнул. И теперь нужно... Извините. Я так понял, там с нас спрашивают, да, некую информацию. Некие мужчины. Блядь, я его даже не вижу. Что это такое? Нет, так сказать, мои плюсы, мои, так сказать, эти мощности позволяют мне сейчас перелезть куда угодно, через любую точку забора. Это не проблема. Типа, херачь на себя суперартефакт, прыгаешь через забор, все, ты спасен. Ебучие туманы, и их не видно просто. У них есть квест на ликвидацию, их нужно именно убить. Блять, там с СВДшки тип шмаляет, вы слышали? Долбаные психопаты. Я с дробашом так-то. Один справа где-то здесь. Вон он движется. И что? Он живой. Теперь он сдох. Да. Бля. Ну я про это рассказывал, это единственный минус этого оружия. И единственный минус это вот ситуация, когда у нас дальний бой. Мне впало бы идти патронов, поэтому... Поэтому я херачу у него дробью на дистанцию в 100 метров, как бы, а он не умирает. Ну, логично, что таким спреем на такую дистанцию дробь не сработает. Так, парень с СВДшкой, мастер, у него есть тайник на свалке. И информация про монолит у него тоже есть. Какой интересный мужчинка попался. А у тебя что здесь было? Элочка и довольно симпатичное, милое лицо. Бля, какой молодой человек у нас здесь был. И он у нас главарь наемников. Его зовут Крэтчет, и у него есть информация из ПДА Крэтчета. Давайте ее прочитаем. А, он нечитабельный. Это, видимо, нужно будет отдать бармену, что, мол, смотри, на меня напали наемники. Походу, у нас завелась крыса. Кто-то еще искал, собственно говоря, наживы в этих местах. Так, ну и теперь великолепное, прекрасное путешествие через секстиллиард аномалий в сторону, значит, этого. В
в сторону базы, где находится у нас бармен, на свалку, в барахолочку. Кстати, интересно, что эти ребята просто здесь сидят. И свободы. Там месилово какое-то страшное были наемники. Да, насрать. Так, и переход у нас аж здесь находится. Ух. Слушай, а это... Ну, там дно есть в этом месте? Или оно смертельное? О, здесь, походу, можно погулять. Да, здесь погулять можно. Ну, как бы, прогулка была недолгая. Это оказалась ловушка для любопытных. Да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Опа, в этой аномалии уже три артефакта резнулось. Я вот не хотел, но три артефакта. Это, видимо, пока выброс прошел. Но я так понимаю, большие арты реально одноразовые. Видите, они не резаются. Большие арты по новой не резаются после выброса. А вот маленькие на постоянке резаются. Слушайте, ну сработало. Не сработало. Ну, точнее, оно сработало на полшишки. Типа, есть ли там в этой аномалии сверху какая-то зона смерти? Нет, нету. Туда можно залетать спокойно, своим прыжком охеренным. Но, как бы... Там просто дохера аномалий. Поэтому ради мелких артефактов даже впадло этим заниматься. То есть, ну вы же понимаете, что я бы это все забрал, ну, если бы это было нужно. Нам это просто не нужно. Мы очень богаты, у нас много ресурсов. Можем себе позволить, как говорится, побегушки. Опа, нифига себе. Это я заберу. Что за артефактик? Это колобок. Просто разрыв плюс 5. Вот таким уже удивишь. Меня единственное, что интересует, это проход вот понизу. Там как будто еще были зоны под катакомбы. Наверное, можно будет побегать в этом месте, но мы не будем. О, мистер Полтергейст. Мы просто пойдем на выход. Оставим, так сказать, это, ну, кому-то другому, блин. Не буду жадным. Тут еще есть другие сталкеры, которые как бы тоже хотят наживы. Правильно. Так, забор. Забор забору рознь. Кабан. Чувствую себя Хэнкоком. Отныне я Уилл Смит, если что. Уилл Кузнец. Здрасте. Блять, все-таки. Блин, нигде нету. В городе менты шмонают. Да. Тут салабоны гоняют. Волына это, конечно, хорошо. Только бугор как дал, так и отобрать может. Конечно, 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 конечно. Зараза, из всей группы только один понял, что я вот не чего. Бандит. А я ж прям бандит внешне, видите, по костюму прям чисто бандитская рожа. Один у другого типа... О, благо я могу прыгать, как стрекозец. Просто через все бочки, через все тексту... И вылет. Да не надо, ну дайте поиграть. Ну что происходит-то? Тихо, 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 тихо. Тут большой артефакт находится в том месте. Блин, ну ребята, дайте я арт заберу и все, и домой. Блин, тут еще и... Ёб твою мать. А что происходит? Подождите. Как будто я получаю какой-то урон. Блять, ну я их даже не вижу. Ну как с этим драться? Да и этих тварей тоже, блять, не вижу. Я просто хотел арт забрать красивый. Ну что за негатив пошел? Пиздец. Бля, их там очень много, они очень близко находятся к нам. Так, антихимоза, антихимоза, антихимоза. Есть, забрал, забрал. Блять, больно. Я бы сказал, неприятно, но мы справились. Все, 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 все. Блин, я бы сейчас еще, наверное, ту штуку перепроверил. Тоже белую аномалию, которая с этим была, с кровососом. Ебать, здесь, сука, здесь в каждой аномалии есть какие-то ультра-арты. Охренеть. Надо идти забирать.
Большие, это же ультра-арты, которые прям вообще невероятно крутые. Вау, ёпрст. Я потом в конце сделаю, блин, этот сборник супер-артефактов этой модификации. Весь комплект. Там что-то еще вдалеке было, вон. Это уже маленькие. Так, эти два арта проверяем. Говно собачье. Хотя минус радейка довольно большая, минус 35% это неплохо. Но есть минусы, но такие слабенькие. А второй арт у нас мы подняли. Это что, это огненный шар? Нет, вот. Это песчаник. Ну, такой себе. Ну, они даже по ценникам видно, то, что они крутые, но... Это, короче, лохи среди крутых, понимаете? Есть лохи среди лохов, а это лохи среди крутых. Так, а это, видимо, просто медуза. Медуза, медуза, мы друзья. Извините. Честно говоря, как бы сейчас я понимаю, что нам насрать вообще на поиск этих немцев. Но вот правда, почему нету варианта забить хуй на главную сюжетную линию, продать все артефакты и стать миллиардером? О, там тоже есть гиперарт. Честно говоря, какая-то будет снежинка или, я не знаю, холодное сердце. Сердце снеговика, блядь, что-нибудь такое. Врываюсь, забираю. Какая-то тучка очень красивая. Тучка 750% восстановления сил, ебать. Это же знаменитая штука, которую использовали эти российские олимпийские спортсмены на Олимпиаде, вот это, которые связаны были с кёрлингом. Там же это вроде помогало им очень сильно. Это же оно, да, вот это. То был мельдоний. Я перепутал. Извините. Но это тоже классная штука. Правда, у нас так как бы не было проблем с выносливостью. Мы бегаем, у нас нет перегруза, ничего. Мы и так летаем. Но жаловаться я не буду. Это позволяет нам теперь запихать другие арты, которые снимали выносливость. Там у нас, по-моему, такой один был. Но он перекрывал, вроде, если не ошибаюсь, еще жизни. А нам пока что хпшки нечем поднимать. Потому что арты на плюс хпшки мы не находили. Не туда бегу. Так, микроартефактик какой-то. Два микроартефактика в термоаномалии. По пути чисто можем забрать по приколу, я бы сказал. Не сильно, конечно, хочется. Ну, блядь, оно валяется, чё б не взять, правильно? Когда у нас такая защита охеревшая от термы. Я, кстати говоря, базу нужную бежал по кругу. Это все из-за артефактов. Я бегаю по факту сейчас в тумане и ищу взглядом аномалии. Типа на базу насрать. Вот так это к базе, правильно? Кстати, а мы сами доки не читали случаем? Мы их не можем прочесть. Просто как бы интересно, чем интересуется мистер Бармен. Зачем ему данные с базы космической связи? Так, а ну-ка, я могу сейчас зайти с задника? В принципе, я теперь могу проводить тренинги, знаете. Стены, заборы, а они только в твоей голове. Послушай меня, мой хороший. А если у тебя есть нужные артефакты, нужные друзья, деньги и большой пенис, у тебя не будет никаких проблем по жизни. Да. Ну, особенно деньги. Вот главное деньги. Стенки это не для нас. Domination. А, хавчик. Да я не голодный вроде бы. Ой, он еще, если не ошибаюсь, вроде бы арты берет, да? Ну что, Бармен, я вернулся, вот твои документы. Отлично, я знал, что ты справишься. Вот тебе бонусом бумажка и несколько ПДА, покопайся на досуге. Они принадлежали людям, которые имели отношение к твоим документам, но они заблокированы. Получил деньги. Деньги хорошие, уговор не забыл. Не забыл, значит так, слушай, были они у меня месяц назад где-то, интересовались свежими картами окрестности Припяти. У меня были кое-какие карты, я их продал им. Мельком, когда пиво им приносил, видел, что у них была еще одна карта с какими-то пометками. Скорее всего, еще до аварии отснята. Думаю, вывод напрашивается сам. Они что-то искали в окрестностях Припяти. Что-то, что спрятано там еще до аварии 86-го года.
Интересно, что может быть. Но тут ничего сказать не могу, кроме карт, они у меня ничего больше не интересовали. Ты слышал, о чем мне говорили? Мельком слышал, но ничего не понял, языков не знаю. Но если это немцы, значит, по-немецки говорили. А сколько им на вид лет было? Их старшим за 60, остальные от 30 до 50. У одного из них на правой части лица огромный шрам от ожога. Шрам? Это уже что-то. Вполне может быть, что их старший что-то спрятал, а сейчас решил вернуться за этим. Может быть, но все равно хотелось бы знать, что именно. Не знаю, не хочу знать, какой у них интерес к немцам. Какой у тебя интерес к немцам? Но, судя по всему, они искали что-то ценное. И вот к этому у меня вполне может быть интерес, за который я могу заплатить. Смекаешь? Да не тупой, смекаю. А что было дальше? Они двинулись в сторону Припяти? Не совсем. Путь туда проходит через территорию завода «Росток» и «Мертвый город». Что в городе, я не знаю, но на «Ростке» сейчас обитают бандиты. Всех, кто сунулся туда, поймали и убили. Я предупреждал их об этом. И чё они? Поблагодарили за информацию и ушли. Больше я их не видел. Ну, придется за ними идти. Это чистое самоубийство. По главной дороге на завод даже не суйся. По главной? Значит, есть еще и не главная дорога. Но буквально на той неделе один из сталкеров хвастался, что нашел проход за заводом «Росток». Думаю, тебе стоит узнать у него как, что и как. Если он не врал, то у тебя есть шанс. Ты сможешь пробраться в «Мертвый город» в обход базы бандитов. Понял. Благодарю за информацию. Мне нужно найти этого сталкера. Его Барсук зовут. Он может быть на стоянке сталкеров на севере свалки. Метку я тебе на лагерь скинул и поставил. Хорошо. Попробуй его найти и разузнать про тропу. Знаешь, мне идея одна пришла. Пробей по своим каналам информацию обо всех происшествиях в этом районе до 86 года, в пределах 10-15 лет, особенно если в них фигурировали немцы. Сможешь? О, эта идея хорошая. Так, возможно, получится узнать, что они ищут. Но я накопаюсь, что-то тебе, свяжусь. Добро. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, такие вещи даже ФСБ не может сделать. Типа, просто подошел к бармену в барахолке на свалке. Слушай, братик, а ты можешь накопать все происшествия в разрезе 15 лет до 86 года? То есть это 70-х по 86-й. Это глубокий Советский Союз, если что, прям его середина. Покопай там информацию по происшествиям возле атомной станции и возле военных объектов. Давай там, узнай секретные, там грифы секретности, блять, КГБ, там все дела. Если сможешь, расскажи мне. А, еще и немцы в этом были замешаны. В 70-х немцы что-то делали на территории Советского Союза возле атомных станций и военной базы. Интересно, интересно. Ну ты покопай, конечно, покопай, может, что-нибудь найдешь. Так, а теперь, значит, нам нужно поторговать, да? Покупать нам особо нечего. Улучшить детектор аномалий. Детектор аномалий. У нас стоит ебаненький. Это улучшенный, который палит до 8 аномалий вокруг нас. Самый крутой, да, из того, что есть. Он определяет до 8 аномалий, 12 метров радиуса, у нашего 10 на 6. Надо брать, наверное. Надо брать, а этот продавать. Стоит он 50 косарей. Сейчас у нас бабки будут. По артефактам, мне кажется, все, которые обычные, можно теперь вообще сливать и не париться, они более не имеют никакой ценности вообще для нас на фоне вот этих вот гипер-артов. Поэтому это все спокойнейшим образом можно так прокликивать. Как, в принципе, и, собственно говоря, Велес. 200 косарей улетело. Вот эти арты, хвост собаки. Максимальный вес, пылестойкость. Не знаю, пока не нужно, но там посмотрим. Так, это у нас теперь есть 160 тысяч. Я думаю, настало время купить себе какое-нибудь огнестрельное оружие, да? Но у него ничего интересного не было, кроме вот калаша этого прикольного. Там вроде была какая-то одна моделька калаша с ручкой, но это было у парня на предыдущей локации. А бармен в этом плане что-то какой-то нищий ёб, я бы сказал. Может, к нему сбегать? Касабельно артов, вот эти арты не хочу продавать вообще, то есть все какие есть, я их оставлю, все уникальные. Потому что можно зарабатывать и на дешманских вот этих, вот спокойно. Можно продавать их и не париться. Уникальные просто, может, потом соберутся в какую-то реально общую картину, если ты их не продал, то заебись будет. Но в рамках некой такой подготовки сейчас можно, в принципе, было сбегать на предыдущую локацию, что-нибудь себе собрать. Было бы еще два слота под оружие, вот реально, лучше бы здесь был дробаш, и у нас какой-то был огнестрел новый, было бы заебись. Потому что я этим первым оружием, точнее пистолетом, вообще не пользуюсь. Кстати, есть ПНВшка 6-го поколения, у нас она, по-моему, так встроена.
мега-шлемаки от экзоскелетов, экологов, ремонтные комплекты. Короче, хрен знает, надо ли сейчас так использовать экзо чистого неба, восстановить максимально. Кстати, она типа на 100% эти ремонтки, слушайте, они довольно многоразовые, я бы сказал. Почините мэрочку. Кстати, система получается прикольная, слушайте, они проценты покрывают. Это прям прикольно сделано. Я просто заебался уже молотить с помощью этой пушки. Тут, в принципе, с нашим новым, так сказать, бегом это не так уж сложно будет сделать. Сейчас, наверное, переговорю с этим парнем, узнаю, что он хочет. Да, чтобы информацию получить про переход. И тогда перед походом потом на новую локацию я как раз таки схожу на старую, на территорию Агро. Поговорю с торговцем и что-нибудь себе куплю. Какой-нибудь калашик с ручечкой. Скорее всего, там потом будут хорошие зарубы с наемниками. Стреляться с помощью дробаша, наверное, не захочется нам. Я так подозреваю. О, еще один ультра-мега-гипер-арт, который позволяет тебе стать богом этой игры. Так, это очередная химоза. Вот, кстати, вот эта штука важная, буду их купить побольше. Что, без них прям тяжело, конечно, залезать в аномалии. Медальон. Ну, кстати, пока что разработчик не обманул. Все арты уникальны. Ни одного повторения не было. Позволяет пережить выброс. Восстановление сил плюс 200, здоровье плюс 1000. Это вот арт, который перекрывает второй арт, который давал минус на здоровье, смотрите. У него 1000 на 200 восстановление сил, а у того арта было прям вот схожие цифры. Сейчас я найду его. Блин, я ж не продавал его, правильно? Я не мог его продать. Вот он, смотрите, 1250. Просто один в один, да, они перекрывают друг друга. А здесь обратное, 1200. Только немножко будешь идти в минус по силам. Единственное, что он радиацией фонит. Фонит радиацией, и радиацией он фонит на плюс 30, а у нас сейчас минусовка минус 15 идет. Нам бы найти артик, который будет нам перекрывать этот. Скажите, пожалуйста, радиацию. А, я теперь на карте, кстати, вижу аномалии, да. Прям отрисованные. Это хорошо. Но я бы сказал так, конечно. Чуть-чуть сумбурная система здесь. Она не продуманная, опять же. Некоторые идеи разработчика прикольные, но видно, что он первый мод делает. И тут многие вещи просто сделаны и недоработаны. Наверное, самая в этом плане прикольная система была в ОГСР. Там прям... Там были гиперкрутые артефакты, но чтобы их найти, нужно было прям жестко поебаться. Там, включая выброс, смотреть там... Нужно было быть в здании, которое открытое под выбросом, смотреть под дверь во время дождя, то есть, ну... Короче, там прикольные были вещи. Тут ты просто арт находишь и забираешь. Если, конечно, у тебя есть сварок. Ну, либо Велес. Там разница небольшая, ну хотя нет, наверное, большая, как раз таки разница в 40 артефактов, 30, которые вот суперсильные. Но при этом, как бы, некоторые сильные арты и там падали тоже, на Велесе. Так что в целом ок. Так, батарейка. Я закупался, не пиздите. Вот это мне не нравится, кстати, вот тут я могу пожурить разработчика. Вот как раз таки арты, которые были с Велесом, которые я нашел парочку, вот этот медальон, там, теневик, он был внутри гипераномалии. То есть в этом есть смысл, мне нужно было залезть в такую жопу, чтобы его забрать и не сдохнуть, что было прям сложно. Я потом спал, себе регал обратно пси и силу. То вот сейчас с помощью сварога я нахожу артефакты буквально в безаномальных местах, это очень тупо. То есть здесь же нету ничего, вообще нет ничего аномального, а артефакты это порождение как бы, ну, аномалий. Их не зона рожает. Я не совсем согласен с разработчиком, но ему захотелось, он сделал. Так, тайник, видимо, в бочке находится. Там еще и снорки бегают. А, прям здесь. Светляк. Аномалия амебы, химзащита. Ну, две батарейки. Это просто для нас бабки уже. Я в принципе уже об экономике не думаю, потому что опять же говорю, что над балансом разработчик явно здесь не думал.
Мне кажется, может, первые два квеста, когда мы там искали себе шмотки вокруг трупов группы, которая погибла от кабанов. Вот там баланс закончился. После этого буквально убиваешь парочку зомби, и, собственно, баланс подошел к концу. Так, погодите. А, они прям в бочке тут база, вау. Прикольно сделано. Ну, привет. Прикольно сделано ребятами и смерти вопреки. Не забываем, как говорится, этот нюанс очень важный. Это сделал не этот разработчик. Это другая команда гениев. Которая, к сожалению, кстати, артефакт минус радиации, наверное, пока оставлю, мало ли. Ну и че, и в целом больше ему втюхать нечего. А, ну кривые патри можно, наверное, повтюхивать. ПММ можно продать. Зигзауэр, наверное, пока оставлю. Бля, может он тогда еще и Вальтер втюхать? Пока возьму Зигзауэр, чтобы не было дополнительного веса. Слушаю тебя. Так, тот самый парень, который нашел проход. Это, видимо, он. Парнишечка. Зевс его зовут. Здорово, мужики, мне барсук нужен. А бармен посоветовал здесь его поискать. Да он тут часто бывает, можешь подождать здесь. А некогда мне ждать, может, знаешь, где он? Но он сейчас назад ушел за артефактами на запад. Могу метку тебе поставить. Там аномальная зона, возможно, он еще там. А если нет, найдешь его, не найдешь там его, возвращайся обратно. Понял. Какая-то бригада искателей артефактов. О, и нам, видите, как по пути даже сейчас туда идти, если ближе к переходу на свалку будет. У нас, кстати, последние что-то 3 дня в игре игровых везде туман. Хотя до этого его не было так часто. Как будто что-то сломалось в модификации. Так, очередной артефактик. Который находится, видимо, в гараже. Да ёб твою мать, нельзя прыгнуть нормально. Ага. Кажется, что нет, но... А, это у нас два арта стоит на прыжки, правильно? Или один? Супер, подождите. Это я два арта поставил на прыжки, и я не могу допрыгнуть. Блядь, ну это вызов. Что, совсем не могу? Нет, могу. То я ж испугался, думаю, в смысле не могу. Так, здравствуйте, 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 здравствуйте. Неприятно мне было, буду сами честен. Еще и костюм куснуло нехеровенько. Еще это аномалии бывает баг, когда не снимается с нее кровоточка. Типа она наносит миллиардный урон кровоточке, а она потом не снимается. Типа вечная кровоточка. Так, и химаномалька с артефактиком где-то в центре себя. Момент. Артефакт иллюзия. Бать, меня, конечно, переебало. У нас осталась табла последняя, да? Против химки. Блин, зря схавал, я и так вышел. В этот раз. Кстати, аномалия на карте не отметилась. Там, видимо, еще какой-то арт есть. Или они не все помещаются. Так, иллюжен. Тоже охуенный арт, радиация минус 40 на плюс 20. А вот мы и нашли арт себе на съем радиации большой. Ёпарас это. Блять, тут такие арты, что аж плохо становится. А, ну вот гравий снимаем. Вешаем иллюзию, у нас теперь минус 60. Снимаем слизняка и даем, значит... А, нам теперь надо ту комбинацию повесить, да? А как ее повесить? Two combinations... Термо 20, разрыв, плюс разрыв. Значит, мы снимаем, получается, вот это. Похер на термо. Будем еще надевать, когда будет термоаномалии. И вешаем комбинаторику. Минус 1000 и... Где была у нас? Плюс 1000. Все. Пиздец, там какими-то такими цифрами фигурирую. Реально, как будто в ОП-2-2 играю. 1000 плюс, 1000 минус... Забавно, конечно. Да ебучий Silent Hill. О-о-о-о, тут еще гипераномалия, гиперартефакт у нас новый, большой какой-то. Я уже столько собрал. А столько еще аномалий осталось позади у нас.
Да? А где он резнулся? В центре пушка какого-то. Залетаю в центр пушка, улетаю с него. Просто как пружина ебаная. Потребность во сне минус, потребность во сне минус, потребность в воде минус, но минус скорость движения. Я понял. Бля, это тот случай, когда это в этой... Так, подожди, потребление в воде минус 100%, прыжок плюс 3. Это тот случай, когда в этой модификации надо тебе слотов 40 давать. Этих мало, уже не хватает. Мы теперь спать не будем хотеть, получается, есть и пить. Охуенный арт. Пока не буду его использовать. А вон и наш сталкер, видимо, слева стоит. И орёт, помогите. Так, ну это обычные капельки. Вот там что-то второе еще было. Не буду подбирать. Брат, здорово. Нихера себе. Барсук, ты барсук. Да, черт, бандиты, суки. Что? Бандиты? Сильно ранили? Давайте птичку дам. Ко мне. Нет, обычно не поможет, обильное кровотечение. У меня была специальная, забрал бы со всеми вещами. Сейчас кровью истеку. Слушай, друг, я слышал, они собирались привал сделать возле пересечения ЖД путей. Рядом с дорогой на агропром. Мне минут 5 осталось, не больше. Помоги, пожалуйста. Понял, держи себя мигом. Нихуя себе, у нас... Подожди, а куда бежать-то? Ко мне. Ко мне. Так, надо вернуть аптечку, иначе придется обрелись... Что? Что? Куда бежать-то? Подожди, какой перекресток? На агропром, здесь который, да? Типа, он в тайнике, у него забрали, он оставил аптечку пиздатую. Подожди, я правильно понял или нет? Направление. Что-то мне кажется неправильно, я понял. Что-то перекресток. Или вот здесь. Здесь котики. Блин, я по тексту не понял, найти аптечку для барсука. Да я текст не понял. Он херово говорил, блядь, там время на меня давило. Какой-то нахуй перекресток. Какой перекресток, дурачок, блядь. Ну тут на всей локации только один перекресток. Или два, или три, или пять. Ну пиздец. Так, ну тут небольшая пауза сейчас, чтобы мы перечитали его сообщение. Мне бы метку поставить на карте, куда идти, да? Вот ему не захотелось этого делать. Подождите, история, данные, журнал. Да где он что сказал? У меня была специально, забрали со всеми вещами, сейчас кровью истеку, что вдруг у меня осталось... Так, они собрались привал сделать возле пересечения ЖД путей рядом с дорогой на агропром. Пересечение ЖД путей, привал на агропром. Вот он, да? Мы правильно шли. Время 3:30. Пиздец. Сейчас не факт, что успею я их всех жахнуть и вернуться обратно, но посмотрим. Ага, слышу музыку. Ёбаный в рот. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Блядь, ну я их даже не вижу. Ёбаный хитман сработал сейчас. Ёбаный хитман. О, у него еще артефактик был. И водичка была, это я заберу. Просто ворвался, не почувствовал урона. Мега артефакт, супер аптечку забрал. Матерые ребята с артефактиками. У тебя что было? Ничего. Все, я пошел обратно. Бам-бам. Побежали по кругу сейчас. 2:40. Я думаю, что я успею. Сейчас чувствую себя этим. Как его? Эмильеном, или как его звали? Из такси. Типа, да я сейчас успею даже, вот еще даже арт подобрать успею здесь. Вообще похуй. Я гипербыстрый. Такого не было в такси. Он каждый раз успевал, когда нужно было успеть. Так, не-не, подожди. Я успеваю в этот раз даже забрать один хер. Я заберу тот самый артефакт. Мне похеру. Как в такси. Я, если что, Эмилиен. Или Жибер. Мы в дерьме. Мы в дерьме. Тихо. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Сюда, колобочек. Все, бежим. Время, ебаная гора. Я успеваю вообще по всем фронтам. Блин, там еще красивый туннель, где куча аномалий. Может, там еще арты какие-то есть? Надо пойти проверить. Не пробивает.
Наш прекрасный сварог там артефактов не видит, к сожалению. Так, там еще какие-то арты были, петля, восстановление жизни, нихуя себе. Хорошие артики были у этих бандитов. Так, ну мистер Барсучок, это скорее что-то у нас плата с вашей стороны за проход на локацию, я правильно понимаю? Держись. Давай. Ну как, порядок? Кровь вроде остановилась, но хреново. Проводи меня до лагеря, я тебе потом расскажу, где можно детектор отлично раздобыть, не пожалеешь. Хорошо, двигай, прикрою. О-о-о-о, нет, блять, лучше б ты сейчас мне сразу инфу рассказал о переходе. Я бы сейчас пошел сразу на территорию агропрома, там поторговал, тайник бы забрал. Ёпрст, брат, вообще не хочется, вот это худшие квесты, которые есть в сталкере, вот это ебучее сопровождение. О-о-о, мне уже плохо, я морально-нравственно страдаю, получаю сейчас урон физиологический. Прям чувствую боль в анальном кольце. Бась. Нам потребуется примерно 604 года сейчас, чтобы добраться куда-то. Так, а что у нас там по артам? Что-то есть поинтереснее из того, что у нас есть? Может, какие-то можно заменить на более жесткие? 30 косарей это дешманыч. Новый, который мы подняли у бандитов. Термо плюс восстановление жизни, но все остальное поднимает тебе в плюс. Хуета. Это срань, это срань. Это у нас тоже не очень. Это макс вес чисто. Химзащита, заживление ран, но плюс радиация 40%. Вау. Здесь радиация минус 30, но все остальное... Ага. Так, и у нас здесь вот 48 косарей. Потребность во сне, в еде. Прикольный арт, но что заменить, как говорится. Пси-электро надо. Восстановление сил надо. Высота прыжка прикольно. Защита рад туда-сюда. Это нам против выброса, скорость надо, максималка, рад, защита. Ну вот, наверное, рад, защита и вес не очень нужны. Можно, наверное, пока его подснять, листопад. И вместо него как раз-таки... Какого хера у тебя звук поменялся? Поставить это. Он уменьшает нам скорость передвижения, но нам она, в принципе, не нужна была такая дикая. Но дает нам нехеровые бонусы по еде, воде и сну. Блять, кто у нас там? Собачки бегают. И вот сейчас что нужно его тарабанить прямо до этой базы? Вот таким вот бегом. Это разработчик решил ради прикола, что ли, мод расширить? Говорит, сделаю-ка я модификацию в 3 раза длиннее. Пиздец. Тут даже как бы нету скриптовых сцен, его никто не атакует. Он просто идет. Мне от кого защищать его? От кого? От собаки от одной? Это что, шутка что ли? Вау, три собачки. Ну, это серьезная угроза. Для такой стадии игры это уже пиздец. Как же выжить-то здесь, а? Непонятно. Бля, все веселье мне сейчас разработчик сбил. Видать, на третью серию у меня уже не хватит сил, чтобы сразу третью записать. Радиация поперла здесь. Плохое место. Блин, я надеюсь, что он не будет сейчас выкобениваться после всего этого. Ну, в том плане, что... Не даст нам информацию про переход. Сейчас, кстати, самое смешное будет, если он даст информацию про крутой детектор, как он сказал. Это тот самый сварог, который я нашел на территории промзоны. Ах, не, подожди, это будет странно. А может и не странно? Ну, типа, дать инфу про промзону с суперсварогом. Но я уже нашел его. А что можно в это время обсудить? Конечно, можно это вырезать, но просто чтобы вы тоже страдали, как и я. У нас совместное страдание, так сказать. Мы в одной лодке. Да, вот. Вот он, ваш сталкер. То вы смотрите. Это, как знаете, есть эффект... Я называю это эффект Найтгварда. На нашем канале он породился. У нас целая фан-база есть модификаций Зауруса на канале. Да, его, получается, 5 модификаций. Вот. Есть эффект Найтгварда. Потому что моды кажутся реально охуенными и лучшими в истории.
особенно если брать сценарку, вот. Но там есть куча минусов, связанных с вот такими вот перебежками, переступами и тупостями скриптовыми, которых люди просто не видели, потому что я их вырезался. Я там бегал через 4 локации, там, с ЧАЭС, блять, на кордон и обратно. Так что вот так вот. Ну, почти дошли уже, не так жопа горит. Мог бы, конечно, сука, и ускориться в конце концов, блин. Ты ж аптечку принял, какую-то специальную. Походу, она не очень-то и хорошо работает, твоя спецаптечка. Может, птицу ёбнуть? Вот, брат, это твоя вина, представляешь? Это... Я подобрал тушку ворон, их можно собирать. В смысле, их можно продавать, что ли? $150 стоит тушка вороны. Классно. Можно пособирать целую кучу. Потом в одно место свалить. И у тебя будет куча ворон. Прикольно? Вообще нет. Но это он виноват. Если он еще куда-то на косую идет, брат, вход здесь. Я-то залечу, а ты как сделаешь? Куда он вообще идет? Он, видимо, идет к какому-то центральному входу в заборе, в дырку или куда? Ну, видимо, да. Он не заворачивает. Подожди. А-а-а, это только полпути, нам не здесь. Тут ЖД-станция, нам аж вот сюда нужно идти. Ёб твою мать. О боже! Пиздец. Блин, я не знаю, на месте разработчика, ну, то есть можно было бы все вырвать, наверное, глаза и насрать прям туда, блин. Чтобы вот это вот не видеть. Ну, без негатива сейчас, я просто не понимаю логического вообще этого явления в этом квесте. Он же разбирается в скриптах, он же умеет спавнить персонажей, врагов, делать засады. Он не мог здесь сделать скрипт переноса персонажа туда, в чем смысл? Нас даже не атакуют, нету засад никаких, то есть нам не мстят бандиты. Он просто идет, блять. Какая-то проверка на вшивость или еще? Ты true stalker или нет, не true stalker, блядь? True stalker проходил драку в Ганслингере с Бюрером. На локации ЗРК Волхов. Вообще пиздец там полный. Его хер убьешь. Ладно, не буду мучить. Это уже, это совсем. Это будет отписка дизлайк, так что... Раз, два, три. Прошло 7000 лет, уже поняли, короче говоря, солнечная система была разрушена, уже солнце ебанулось, расширилось, достигло, собственно, по размерам где-то примерно орбиты Марса. Теперь это нахуй красный сверхгигант какой-то огромный, вот. Уран, блядь, полностью растаял, вообще как бы пиздец вселенной, вот. И наконец-таки наш чел доходит, еле-еле преодолевая сраные ступеньки здесь. Встречайте, барсук, сука, барсук, сука, барсук, сука. Как же все рады. Брат, ты рад? Поговорить с Зевсом. А, бандиты пристрелили его и ограбили. Мне удалось довести его сюда, но ему очень плохо. Вот твари, спасибо тебе, сталкер. Ты, кстати, зачем его искал? Мне нужен проход на задворке завода Росток. Это только барсук знает. Он что-то говорил про то, что... Он что-то говорил про это. Но мы не сильно в этом интересовались. Нас и территории не интересуют. И что делать? Я смотрю, барсук без сознания. Как он еще до лагеря дошел? Погуляй пока, я смотрю, осмотрю его, потом поговорим. Тебя, кстати говоря, как звать? Томас? Погуляй, говорит, пока я его осмотрю. А, ну это я умею. Я могу пока прогуляться на территорию, значит, со свалки. А, поговорить с барменом. Новое задание, есть новая информация, как сможешь ко мне подойти. Бармен. Давайте-ка я для начала все-таки по своему плану сбегаю за пушкой, которую я хотел себе заиметь. А потом все эти сюжетные перипетии буду делать. Но это все будет уже, наверное, в отдельной серии. Так что, ребятки, дотерпели. Спасибо за просмотр, вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, значит, что. Всем удачки. Пока-пока.